Должны подготовленные быть артисты, у вас любая ситуация, да, из ряда вон выходящая. Сегодня нормальная публика, завтра на вас не реагируют. И нужно перестроиться. Нам вечно не нравится, как мы выглядим. Что же ты со мною сделала? Что мы нравимся друг другу? Что еще более странно? За такие... Представьте, звездой. Сейчас она такая хорошая, добрая. А прошлым летом рёв у нас постоянно заставляет. Перестала, да ничья я осталась. А нужна ли спали любовь? А кому-то попой, едем пролить. Прошлым летом хорошо, нам с тобой было, ну и чё? Что же ты со мною сделала? Хорошо, что люди снимают, потому что я бы материлась. Я забыла. У вас задача более такая наглая. Забыла тебя. А забыла ли ты? Что-то не поделили. А забыла ли ты? А мне уже все равно. Летом ушли. Прячь теперь свои слезы в подушку, а я замучу с твоей. Не бояться вот проявлять все, что ты хочешь. Да, на ходу давать свои фантазии реализовывать это. Не хочу я! Ты меня сейчас порвешь? Нет, стоп. Кто-то не кричит совсем. И добили, чтоб не мучилась. Что же ты со мною сделала? А что случилось? Что хотела подруга, то и получила. Что же ты любовь наделала? Потому что из этого получается подсознательно, всегда получается лучшее.